Мы сделали апгрейд нашему инкубатору. Пожалуйста, инкубатор, часть третья. Мы приготовили коробочку, застелили сюда соломки. Сейчас сюда положим яйца и будем выводить цыплят. Это будет третья попытка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14. Из этих 14 яиц надо выбрать 11 и сюда положить. Выбирай яйца красивые. Это очень сложно. Вот это вот красивое, видите? Я возьмем такое. Пятый. Седьмое. О, вот красивое. Одиннадцатое. Бери, Полиночка, коробочку. И аккуратненько несем наш инкубатор и ставим его на вылупление цыплят. Полина смотрит под ноги. Ну что, друзья, мы произвели апгрейд нашего инкубатора. Теперь мы точно знаем, что цыплята у нас будут. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Когда вылупятся цыплята, мы вам обязательно покажем. Поэтому подписывайтесь на канал. Приходите к нам через 3 недели. И вы увидите наших цыплят. Мы всем желаем мира, добра, любви. Мы вас всех любим. Пока-пока. Пока-пока.